Как с начала нашего круглого стола сказал наш ведущий, работа по демаркации и делимитации границы проводится двумя сторонами. На сегодняшний день, с учетом наших отношений с соседями, эту работу проводим только мы. В одностороннем порядке. Получается, вот Руслан Мартынович, вы говорите, что кто-то что-то может на ситуацию влияет, не влияет с какой-то стороны. По большому счету, мы эту работу проводим сами. И получается, мы не можем на кого-то сваливать извне, потому что мы внутри даже сами друг друга понять не можем. Удивительная вещь, что мы все в государстве Алания думаем о том, некоторые думают, что граница проходит там, и некоторые из нас же думают, что граница находится в другом месте. Удивительная вещь. Такого абсолютно не должно быть. Это недопустимо. Даже в парламенте, в правительстве вообще ни один человек в государстве не должен сомневаться, что наши границы проходят по границам декрета. Вот это, кто из-за этого отходит хотя бы на сантиметр, естественно, это враг нашего государства. И второе. Хотел бы сказать, что новая комиссия, неважно в каком составе она будет работать, первое и самое важное, это чтобы эта комиссия за основу взяла тот доклад, который подготовили депутаты 6-го созыва во главе с Русланом Мартыновичем. И с учетом того, что этот доклад тоже принят парламентом, вот это надо за основу взять и не один шаг. Этот доклад дополняет декрет, дополняет, то есть подтверждает, то есть там декрет, ничего не надо подтверждать, там все написано. В любом случае должен работать. Спасибо.